Всем привет! Говорит и показывает стадион Стэмфорд-Бридж в Лондоне. С вами Георгий Черданцев. И... сегодня на их тактику смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. Посмотрим, как будут играть гости. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Всем привет! Говорит и показывает стадион Стэмфорд-Бридж в Лондоне. С вами Георгий Черданцев. И... сегодня на их тактику смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но если соперник опытный, он сможет выйти из такой ситуации и взять свою выгоду. Свободные зоны никто не отменял для длинных передач. Посмотрим, как будут играть гости. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. В истории Стэмфорд-Бридж было много ярких моментов, но были довольно странные события, причем не так давно. В 1984 году по периметру поля внутри стадиона была установлена электрическая ограда. Такого дотумились тогдашние чиновники, дает некоторую пору нынешним. Но ограда эта никогда не подключалась к электричеству, так что хоть какой-то здравый смысл все равно присутствует. Вскоре эта адская конструкция была убрана, а в 90-х пропали и беговые дорожки. Стадион стал чисто футбольным. Мяч перешел к другой команде. Диогу Жота. Жоау Моутиньо. Элдер Коштон.